Бориса Бермана, Эльдара Жандарева на экране. Вполне реальные объекты для пародии. Каково вам в очередной раз себя чувствовать объектом пародии? В сущности, вот эти грызуны с ушами, да, это вы. Они почему-то решили... Почему нас это сделали грызунами? С кем вы сейчас разговариваете? Я сейчас с вами разговариваю. Вы знаете, я понимаю. Нет, в начале пародии появились такие... Эльдар, подождите, я все понял. Значит, во-первых, четкая претензия. Вот это, кстати, первый раз, когда на нашем шоу гостям не понравилась пародия. Не просто не пародия. Внешний вид похоже хотя бы было. Ну, хотя бы чуть-чуть похоже. Вы можете представить меня в белых носках? Я все время это делаю. Да что вы! Представляете? Иной раз мать меня будет ночью. Что, сынок, ты весь взмок? Почему? Я говорю, вижу Бермана в белых носках, мама. Нет, ну хорошо. Дай попить. А к гадалке не ходили? К чему такой сон? К гадалке? Знаете, да. Публике нравится, потому что публика поняла, что речь идет о белых тапочках. Нет. Как это? Нет, ну посмотрите, многие пришли сегодня в белые обуви, на всякий случай. Правда, действительно. Удивительно, когда там вот человек, который похож как бы на меня. Ну, назовем так. Ну, типа, да. Он показывает, склеимся, или это ты показывает девушка с бородой. Склеимся, не склеимся. Дело в том, что наша передача, я говорю об этом нашим уважаемым зрителям, она идет абсолютно без монтажа. Просто там нет монтажа. А в вашей есть монтаж. Как это есть монтаж? Вот мы, вот смотрите, мы вас ждали 3 часа в студии. Да. И у нас есть звонок в студию, между прочим. Сейчас мы докажем, что у нас прямой эфир. Слушаю вас. Да. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Олег зовут. Очень приятно, Олег. Скажите, кому у вас вопросы, из тех, кто присутствует здесь на сцене, может быть, в зале? Я хотел бы задать общий вопрос. Прошу вас. Когда это закончится? Какие планы у вас на вечер сегодня? Спасибо. Вы знаете, у меня план на вечер только один. Выехать из той тьмы Таракани, где записывается эта передача. Потому что зачем вы называете район Чистые пруды тьму Таракани? Зачем вы оскорбляете людей, москвичей, которые живут в этом районе? Дело в том, что... Потому что мы сейчас находимся не на чистых прудах. Вот это удивительное умение людей, находясь на чистых прудах, находиться не на них. Борис Берман, Эльдар Жандарев в программе «Большая разница». Спасибо огромное.